Зима в этом году хоть и теплая, но преподносит сюрпризы, главный из которых – переменчивая погода. Из-за череды потеплений и похолоданий краевая столица сейчас похожа на огромный каток. С гололедом ежедневно борются более 100 единиц техники и множество рабочих бригад. Последний дождь, который прошел совсем недавно, и очень резкое похолодание, естественно, очень сильно отразились на работе дорожной службы, так как образовалась наледь на тротуарах и на проезжей части. Посыпаем тротуары песком и бионордом, это реагент. Бионордом посыпаем и затем всю наледь снимаем с тротуаров. С начала сезона на улице города высыпали более 32 тысяч тонн песко-соляной смеси разной концентрации. В первую очередь дорожники обрабатывают остановочные карманы, подходы к пешеходным переходам, тротуары во всех районах города. Далее занимаются дорогами. Градируем проезжую часть сначала, затем делаем валы снежные, снег убираем и вывозим все на специальные пункты снегоотвалы. Однако некоторые припаркованные автомобили мешают уборке снега, поэтому барнаульские дорожники настоятельно просят не оставлять машины на проезжих частях хотя бы ночью. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком.